Всем привет, с вами я, Маша Дарк, и сегодня для вас я буду снимать новую серию моего сериала «Жизнь не так проста». Но перед началом этого видео не забудьте подписаться и поставить лайк. Вам не сложно, а мне приятно, а мы начинаем. Всем приятного просмотра! Ой, уже... Так, отключить систему, пускай дочка моя еще поспит. Так, надо купить чайник. Чайник нужен, чтобы наливать горячий чай. Так, а что можно приготовить доченьке? Можно приготовить хлопья. Вот, молоко есть у нас. Молоко какое? Клубничненько. Можно налить. Так, это уже надо. Ой. Так, это можно куда-нибудь убрать. Например, вот сюда. Так, можно взять тарелочку вот эту. Или даже вот эту, которая здесь. Да тортик положить. А, ну класс, я его сожрала. Ну ладно. Так, все. Ложечки вот эти тоже надо. Потому что они нам не нужны. Эти стаканчики можно сюда положить. И чайник надо купить. Ну, вот это тоже для этих завтраков. Так, это можно, ну, тоже куда-нибудь приспособлю. Так, ладно. Представляю, как плохо, но завтракать не горячим чаем. Ладно. А я пока приспособлю эти штуки. Здесь и еще две. Так, а мне сейчас надо быстренько переодеться. Так, надо еще письмо написать о том, что я ухожу, и чтобы моя дочка хоть покушала. Так, все, вот. Я надеюсь, она заметит. Так, ну а я переодеваюсь. И иду за каким-нибудь чайником. Странно. Ладно. Так, ну все, наконец-то набрала. И себе даже кружечку отхватила. То я выпиваю. Так. И чайку наливаю. Так, а это надо тут разобрать. Ой. Ну, нутелла с попкорном получилось, да, и очень вкусненько. Так. Так, где у нас тарелочка лежит? Ага, вот она. Так. Итак, вот эти... Ой, зачем я съела сахар? Ладно. Вот эти вот штуки. А, ну класс, я выкинула эту штуку. Ну ладно. Окей, do you know? Хорошо, этот тортик будет пускай стоять всегда здесь. Не против я. Но это пускай будет стоять вот в этой корзиночке. Нет. Чайник будет здесь. Это тоже будет там. И кофейко. Ой. Ну да, ну окей. Все это будет здесь. Да, в смысле? Вот кофеек сюда можно поставить, а чайник сюда. Доброе утро, мамочка. Доброе утро, солнышко. Мама, что ты куда-то ходила или ты не переодевалась? Не-не, солнышко, я переодевалась, я как бы, я ходила. Я ходила к нам за чайником.
Что, правда, у нас теперь есть чайник? Ура, я могу спить со своей кружечки чай. Да, я пойду переоденусь и будем завтракать вместе. Одень, пожалуйста, тот костюм, который я тебе подарила. Хорошо, мам. Красивый. Наушники тоже надо снять. Нагрев включить. Все, пойдем. Поехали, точнее. Я только, ну, я как бы даже... А, то есть ты только прям встала, да? Да, я прям только-только, я, ну, как бы ты пришла. Я тебя разбудила, наверное? Не-не, мам, ты чего? Не разбудила, конечно. Ладно, если что, прости. Да ничего страшного. Так, я себе что-нибудь тоже приготовлю. Например, фруктовый салатик. Так, а, у нас фруктов нормально нет. И еще что-нибудь надо из фруктов, или только у нас клубника и яблоко, ой, и этот арбуз. Эх, ну ладно. Короче, смотри, какую кружку себе отхватила и под нос. Ой, круто. Можешь себе вот так вот на ночь очки. Да не. Ну ладно. Кофе с корицей. Ой, какая вкусненькая. Ой, а где мой? На, держи вот. Ой, спасибо, мам. Не за что, доча. Так, положи, клади. Так, давай определяться. А, ну, вот здесь вот и будут лежать наши кружечки. Вот и все. Ладно, ты иди давай стрим свой снимай, а то подписчики без стримов уже не, ну, 2 дня. Да, хорошо, я только переоденусь. Конечно, давай. И, ну, да, вот в этот свитер. Давай, я тоже уже переоденусь. Так, ты колу себе и шоколадку подготовила, чтобы было все удобно снимать, все. Без подготовки видео не может начаться. А подготовка обязательно нужна. Мам, я поняла. Одевай наушники. Все. Все, не мешаю тебе. Давай. Всем привет! Простите, что вчера у меня не было стримов. Я была со своей мамой на катке. Я решила провести время со своей мамой. Поэтому извиняйте меня. Вот. Я прошу прощения, что меня не было такой долго. Ну, меня не было один день. Прошу прощения вас. Вот. Ну и давайте продолжим все-таки наш стрим. Не будем останавливаться на то, что на том, что меня не было один день. Ладно, все. Не мешай. Лучше костер включу. А нет, хотя... Ладно. Фу, блин. Мама мне намешала тут всякой этой... Гадости какой-то. О, какие-то новости идут. А, класс, они без звука. О, доширак. Интересно смотреть эту дурацкую какую-то передачу. Даже поиграть не во что. Зачем тут эти пластики? Господи. Лучше... Холодно. О, вот так лучше. А, точнее, сейчас. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу, заварю-ка кофейку. Не мешай. Ну, мам, ты уже прошла. Да я просто собралась в сауну. Так, полотенчика. Кофеек. И купаться. Ой, кайфово.
Короче, ребят, сейчас вам такое расскажу. Сегодня я проснулась от того, что меня разбудила, ну, чуть-чуть разбудила мама. Оказывается, она нам ходила за чайником. Такое, вот так вот было, что у нас нету чайника. Просто у нас дома, мы приехали, у нас нету чайника просто. Мы обалдели. Но моя мама все-таки сегодня сходила нам наконец-то за чайником. Я этому очень рада. Господи. Боже мой. Вот. Вы меня давно хотели рум-тур по дому сделать. Я вам обязательно сделаю. У меня две камеры. Вот эта, она, ну, я снимаю на нее всякие свои влоги. А на эту я стримлю. Ну и, конечно же, тут мой микрофончик и наушники. Так, ладно, я уже устала говорить, поэтому... Шоколадочку, запить колы, это обязательно. Продолжаем наш стрим. Ой, кайфово. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Ой, ну все, можно кофейку попить. Халатик надеть. Ой, ну все. Я теперь вообще... Крутая девушка. Привет. Да мама! Я люблю места тебя вести стримы. А-а-а. Привет. Мама, ты, блин, в халате! Меня заблокировать могут. Так все, все, иду уже переодеваться. Переоденусь. Сегодня хочется прям погулять пойти. Дочь, как насчет погулять? Мам, ты видишь, у меня стрим. Ладно, как всегда ты со своими стримами. Заканчиваю уже со своими стримами, нафиг бесит. Мам, в смысле? Ладно, я шучу, дочь. Ты что, все так не понимаешь, что ли? Виноградик. Вкусненько. А, что-то покушать хочется. О, мороженка. Вкусно. Ой, вот теперь становится холодно и хочется камин себе включить этот. Камин. Ой, все, ребят, мы тут поздно с вами досиделись. Наконец-то можно отдохнуть от этих дурацких стримов. Я не хочу сейчас ничегошеньки делать. Привет, мам. Привет, доченька. А ты куда? Я переодеваюсь в домашнюю одежду и иду к камину к этому. А, хорошо. Давай быстрее, я тебя жду. Хорошо, дочь. Серьезно, мам, это твоя домашняя одежда? Возьми у меня какую-нибудь. Да нет, дочь, мне это нормально. Ну ладно. Они весь вечер разговаривали по душам. Да ну! Серьезно? Ну да. Обалдеть! Но только когда все у них вырубается, даже телевизор по этой системе у них вырубается, то они уже ложатся спать. То есть все у них, ну, светильники они выключают, их можно как бы включить. А вот другой свет уже нельзя. Подогрев работает всегда. И свечка тоже подходит. Ладно, мам, пойдем уже. Ой, опять. Спокойной ночи, доченька. Спокойной ночи, мам. Ой.
Ребят, простите, что, ну, мой инвалид иногда ходит. Просто вот так вот. Ну, типа... Короче. Ой, надо куда-нибудь... Очки... Ладно, сейчас... Надо вот сюда очки положить. Я прекрасно без них, ну, конечно, вижу. Но не прям, чтобы постоянно без них ходить. Поэтому я буду снимать очки на время спания. Дочь, ну логично, чтобы зрение себе в край не испортить. Мам, что мам? Куда мне их положить? Господи. А на стол нельзя положить? Мам, такая ты у меня умная, конечно. Светильник забываешь включать постоянно. Все, попью водичку. Еще почитаю, можно чуть-чуть. Нет, надо почитать. Ой, ладно. Читать вообще неохота. Доча, доча, просыпайся, просыпайся. А, мам, что ты меня так рано будешь? Поехали сегодня погуляем. Там, нам надо через день гулять выходить. Давай, мы поедем и в ресторан, успокойся. И в ресторан там. И тебе телефон новый купим. Так что все, это не обсуждается, мы едем. Да, ты можешь одеть свой свитер, у меня кроме этого ничего больше нет. Одевай шапку и поехали, давай, 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 это не обсуждается. Хорошо, мам. Так, свитер, ага, шапку. Все, поехали, 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 мам. Ну а куда же они пойдут, вы узнаете в следующей серии. Всем пока-пока.